важно подгадать правильный момент, да, чтобы противник не заподозрил ваше намерение. Чаще всего это же сопровождается ударом в пах. То есть вы пяткой бьете в пах, и следующее движение. Чем дальше расстояние, тем меньше у него как бы ощущение того, что ну, я же отсюда не могу протыкать. Любой обычный человек, и даже там занимающийся боевым искусством, в принципе, у него для него эта зона комфортна. Он отсюда, в принципе, не работает, не тренируется. Для него это вот глаза. Вот. И поднятие рук обязательно. Поднятие рук. Почему? Потому что в большинстве случаев у них вот, если это все, это сигнал к тому, что работает. Если руки опущены, тем более, если это там какой-нибудь мирный, да, жест какой-то, да, там привет, там, например, там, и все руками, или там здороваешься, даже если не знаю, мало ли обознался, человек по привычке всегда здоровается. Ну, то есть это привычка, даже если не знаком человек, то есть он руку протянет. Вот, и в этот раз, да. Понимаете, естественно, это тоже, это все моменты, которые нужно учитывать, но это все накладывается, но если брать какой-то рюк, на декэн-тэхэ, то есть перемещение, то есть дистанция, с которой он меня подозревает. Ну и опять-таки вы на безопасном расстоянии, где он не может вас поразить мечом, понятно.